слово «запутать» в Ленинграде. Я услышал бильярд, но я пообыгрывал многих. Ну и кому не понравилось, говорит, ну ты путала. Я еще думаю, что ты меня так называешь? Ну, рарат такой был. И вот так вот оно и прижилось. Даю я тебе 4 фора в американку. Я шара беру любого, ну, со стола и должен забить. Забиваешь, тут подкатывается. И пошел. Офигеть. Берешь опять шара. А в эту главное, знаешь, с кем-то, со своим играешь. После 45-го года, после Второй мировой войны, было заказано в Советском Союзе 10 тысяч столов в Дом офицеров. Так и было, да? В каждом Доме офицеров, каждого города были столы. Я сейчас говорю с руки, сейчас положу у меня все шары. Давай поспорим, что не положишь. Я говорю, давай вложим деньги в лузу, положили по 500 литров. Я подхожу шар на руку, раз в лузу. Шар на руку, раз в лузу. Говорю, что ты делаешь, надо забрать. Я говорю, я сказал, положу рукой.